Сегодня Донецк и Луганск призвали украинские власти ускорить мирные переговоры и на ближайшем заседании контактной группы разобраться со всеми нерешенными вопросами. С совместным заявлением выступили полпреды провозглашенных республик Денис Пушилин и Владислав Дейнега. По их словам, важно как можно скорее достичь окончательных договоренностей по введению в действие закона об особом статусе, объявлении амнистии для участников боевых действий, причем с обеих сторон, а также организации местных выборов в ДНР и ЛНР по отдельному закону. Есть конкретное предложение, которое касается следующей встречи переговорщиков в Минске. Она намечена на 3 августа. Есть отдельные шаги в сторону, скажем, развития ситуации в плане мирного разрешения, но, к сожалению, о результате пока только приходится надеяться на него. Необходимо дать результат в максимально короткие сроки. Поэтому встречу 3 числа, которая запланирована, мы предлагаем продлить на 4, на 5, вплоть до того, что неделю оставаться в Минске, но мы должны решить ключевые проблемы.